В Японии продолжается спасательная операция на вулкане Антаке, извержение которого началось в субботу. В поиске людей, оказавшихся в зоне бедствия, задействованы армия, полиция и пожарные. По данным правоохранительных органов, на склонах вулкана найден 31 человек без признаков сердцебиения. Официально их гибель подтвердят только после медицинской экспертизы. Глава Центра управления в кризисных ситуациях префектуры Нагано сообщил, что также обнаружены раненые туристы. Вулкан Антаке, расположенный в 200 километрах от Токио, пользуется большой популярностью у туристов, особенно в осеннюю пору. Во время извержения на вулкане находились сотни человек. Многие спустились с горы самостоятельно, около 40 человек провели на вулкане целую ночь. Они заворачивались в одеяло или прятались в подвалах строений. Дул горячий ветер, на крышу падали камни, проламывая ее. Я думал, мне конец, уже не надеялся выжить. Последний раз извержение вулкана в Японии привело к массовой гибели людей в 1991 году. Тогда под лавой на вулкане Унзен оказались погребены 43 человека.